Друзья, столовая Византия, это Гамлета, то у кого работает Артурик, 10 рублей обещают комплексные обеды, такое как бы тенистое помещение, может увидеть, что довольно-таки симпатично все выглядит, и погнали посмотрим, как здесь все смотрится, конечно, и по ценам. Солянка 120, харчо 120, сырный суп 110, уха царская 120, грибной суп 100 рублей, гороховый суп 75, лапша с курицей 85, суп с фрикадельками 100, борщ зеленый 85, окрошка 90 и суп домашний 100 рублей. Судак в кляре 110 рублей, можно посмотреть. Куриная отбивная 100 грамм 110 рублей, 120 рублей. Бризоль, там что-то еще есть, пюре 65-200 грамм, макароны 200 грамм 60, гречка 70-200 грамм, спагетти 65, рис 70, фри 120, капуста тушеная 70, фасоль 80, 150 грамм, овощная рагу 200 грамм 75, овощная рагу 90 и макароны с сыром 200 грамм 90, пов водки 200 грамм 90. Гаспачо 200 грамм 80 и брискули 200 грамм за 100 рублей. Ну и по салатикам давайте вы сами почитаете, что почем. Я уже что-то как-то люблю читать, конечно, не в таких форматах. Здравствуйте. Видишь, как работает. Молодцы, так и надо. Котлеты по домашнему 95, рулет 90. И вот вам куча вкусняшек разнообразных. То есть все для вас, все готово, приходите, пробуйте. Если тут ели, обязательно пишите комментарий, вкусно было или нет. Нам это очень важно знать, дорогие друзья, потому что, ну, как бы вы приезжаете, и потом по отзывам другие люди выбирают, где вы кушали, может быть, придут сюда. Так что пишите, как там детям, как там то, и все. Это при входе в повара, на параллели с левой стороны столовая. Здесь есть, так что ждем от вас отзывы.